Seiten. Тому я і приїхав, адже протягом наступних 6 місяців Угорщина буде головувати в Європейському Союзі. І перший свій візит, я приїхав сюди, тому що мир – це важливе питання. Війна, в якій ви зараз живете, дуже інтенсивно впливає і на безпеку Європи. Ми дуже високо цінимо усі ініціативи пана президента Зеленського заради досягнення миру. Я розповів панову президенту, що ці ініціативи потребують багато часу. Саме через правила міжнародної дипломатії вони дуже ускладнені. Я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти, зробити перерву, прервати вогонь і потім почати продовжити перемовини. Адже припинення вогню могло б забезпечити пришвидшення темпу цих перемовин. Так, що стосується сісфаєр, про те, що ви сказали, я пояснив дуже чітко. Ми не можемо, ми не можемо просто так говорити про сісфаєр. Для мене потрібен план і для наших людей. Ми не можемо просто довіряти Путіну. В принципі, ми не можемо йому довіряти більше, бо для нас він вбивця і агресор. Важливо, що Угорщина визнає, що Росія агресор. Важливо, що вона визнає територіальну цілісність і суверенітет України. І тому з приводу сісфаєр я чітко пояснюю. У нас були сотні зустрічей ще з Мінських угод багато років тому, домовлялись сторони про сісфаєр між Україною та Росією, і Росія все це зірвала, зривала постійно і вбивала наших людей. Тому тільки, якщо це буде на міжнародному зрозумілому майданчику, у присутності країн, лідерів, яким довіряють. Вони можуть мати різні думки, різний погляд щодо етапів закінчення цієї війни. Господин премьер-министр рассказал о своих недавних встречах в Киеве. Министр-элнök úr mesélt nekem a kijevi találkozóiról. Где он выступил с рядом предложений и, в частности, с призывом прекратить огонь, чтобы создать условия для начала переговоров с Россией. Elmesélte, hogy milyen javaslatot tett a partnerének, hogy hogyan lehetne elkezdeni a béketárgyalásokat. Что касается России, то неоднократно говорил, что мы всегда были и остаемся открытыми для обсуждения политико-дипломатического урегулирования. Ami Oroszországot illeti, én mindig azt mondtam, hogy nyitottak vagyunk a politikai diplomáciai tárgyalásokra. Однако с противной стороны слышим о нежелании решать вопрос именно таким способом. De a másik fél részéről azt halljuk, hogy nincs akarat semmilyen módon megoldani a konfliktust. Спонсоры Украины продолжают пытаться использовать эту страну и ее народ в качестве тарана, жертвы в противостоянии с Россией. Ennek az országnak a szponzorai pedig folytatják az ország kihasználását és áldozatot csinálnak belőle. Как нам видится, положение дел, в том числе и с учетом услышанного сегодня от господина премьер-министра, в Киеве все еще не готовы отказаться от идеи ведения войны до победного конца. Ahogy mi látjuk a helyzetet, miniszter úrral megbeszéltük ezt a kérdést, még nem készek arra, hogy lemondjanak az álláspontjukról. На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения. A leállítását a harcoknak azért sem akarják, mert ebben az esetben vissza kell vonni a hadi állapotot.
А если придется отменить военное положение, значит придется и проводить выборы. Ha pedig visszavonják a kihirdetett hadiállapotot, akkor választásokat kell tartani. Так и не состоявшиеся в срок президентских выборов. Так и не состоявшиеся в срок. Amelyet időben nem sikerült megtartani. Но шансы победить на них для утратившего рейтинги и легитимности украинских правителей близки к нулю. De a most hatalmon lévő ukrán vezetőknek arra, hogy nyerjenek ezeken a jövendőbeli választásokon, az esélyei közel állnak a nullához. A наши мирные инициативы были изложены совсем недавно на моей встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. Az én javaslataim nem olyan régen szintén elhangoztak, amikor az Orosz Föderáció külügyminisztériumán előtt tartottam beszédet. Ее реализация, как нам кажется, позволила бы прекратить боевые действия и начать переговоры. És mi úgy véljük, hogy ennek a javaslatnak a megvalósítása lehetővé tenné a harc leállítását és a béketárgyalások megkezdését. Причем это должно быть не просто перемирие или временная приостановка огня. De ennek nem egyszerűen egy rövid idejű felfüggesztése kell legyen a harcoknak. Не какая-то пауза, которую киевский режим мог бы использовать, чтобы восстановить потери, перегруппироваться и довооружиться. Nem egész egyszerűen egy szünet, amit Kijev arra használhat, hogy újra átcsoportosítsa erőit és helyrehozza helyzetét. Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта. Oroszország a konfliktus teljes és végleges lezárásáért harcol. Условия для этого, как я уже говорил, изложены в моем выступлении в Министерстве иностранных дел. Ennek a feltételei, mint már említettem, a felszólalásomban elhangzottak. Речь идет о полном выводе всех войск Украины из Донецкой, Луганской народных республик, из Запорожской и Херсонской областей. Arról van szó, hogy a Donetszki, Luganszki, Herszoni és Zaporozsjei területről Ukrajnának ki kell vonni a csapatait. Есть и другие условия, но это все предмет для достаточно подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы. Ennek a megbeszélésnek az adta a különös jelentőségét, hogy háborús időkben történt ez a találkozó. Особенностью этой встречи придало и то, что она проводится во время войны. Egy olyan pillanatban, amikor Európának nagy szüksége van a békére. В тот момент, когда Европе очень нужен мир. Európának a béke a legfontosabb. Для Европы мир это самое важное. A magyar elnökség a következő fél évet, az akkor végzendő munkát békemissziónak tekinti. Главной задачей на предстоящие полгода нашего Европредседательства мы считаем борьбу за мир. Elmondtam az elnök úrnak, hogy az elmúlt évtizedek kivételes európai fejlődésének alapját a béke adta. Я сказал господину президенту, что наибольшее развитие Европы случилось именно в мирные десятилетия. Most viszont két és fél éve a háború árnyékában élünk Európában. Сейчас мы уже в Европе 2,5 года живем в тени войны. És ez rendkívül nehézségeket okoz Európa számára. Это вызывает в Европе огромные сложности. Nem érezzük magunkat biztonságban. Мы не можем чувствовать себя в безопасности. Látjuk a pusztítás és a szenvedés képeit. Мы видим картины разрушений и страданий. És ez a háború most már a gazdasági fejlődés megtörésében és a versenyképességünk visszaesésében is jelentkezik. И эта война начала уже оказывать влияние на экономический рост и нашу конкурентоспособность. Röviden azt mondtam el az elnök úrnak, hogy Európának békére van szüksége. В общем, как я уже сказал господину президенту, Европе нужен мир. Az elmúlt két és fél évben azt tanultuk meg, hogy dialógus és diplomáciai csatornák nélkül nem tudjuk elérni a békét. За последние 2,5 года мы поняли, что без дипломатии, без каналов связи мы не достигнем мира. Mert a béke nem magától lesz, hanem meg kell teremteni, azért dolgozni kell. Мир не наступит сам по себе, ради него нужно работать. Ennek a módozatait tárgyaltam meg az elnök úrral.
как раз способы достижения мира я сегодня обсуждал с господином президентом. Azt akartam megtudni, hogy merre van a békéhez vezető legrövidebb út. Хотел узнать, какой путь самый короткий к окончанию войны. Három kérdésben szerettem volna hallani, és hallottam is az elnök úr személyes álláspontját. Я хотел услышать и услышал мнение господина президента по трем важным вопросам. Mit gondol az asztalon lévő béketervekről és a béketárgyalási formátumról? Что он думает о имеющихся на данный момент мирных инициативах? Mit gondol a tűzszünet és a béketárgyalás viszonyáról? Lehetséges-e hamarabb tűzszünet, mint béketárgyalás? Что он думает также о прекращении огня и мирных переговорах? В какой последовательности их можно провести? Kíváncsi voltam az elnök úr véleményére a háború utáni európai biztonsági rendszerre vonatkozóan. И это третье, что меня интересовало, это видение Европы после войны. Благодарен господину президенту за открытую и честную беседу. Дамы и господа, за последние 2,5 года практически не стало стран, которые могли бы иметь контакт и с той, и с другой противоборствующей стороной. Magyarországon nagyon kevesek egyike. Венгрия как раз одна из очень немногих таких стран. Ezért jártam a héten Kijevben, és ezért vagyok most itt Moszkvában. Именно поэтому на неделе я был в Киеве, и поэтому сейчас я нахожусь в Москве. Megtapasztaltam, hogy az álláspontok messze vannak egymástól. Я по опыту понял, что позиции очень далеки друг от друга. A háború lezárásához és a béke megteremtéséhez szükséges lépések számosok, magas. Нужно сделать совершить очень много шагов для того, чтобы приблизиться к завершению войны. De a dialógus és a párbeszéd helyreállítása tekintetében az első fontos lépés ma sikerült megtenni, és folytatni fogom ezt a munkát. Однако же важнейший шаг мы сделали, установили контакты, и я буду работать и дальше в этом направлении. Когда наши войска стояли под Киевом, мы получили предложение и даже просьбу настойчивую со стороны западных партнеров прекратить огонь, прекратить боевые действия для того, чтобы были предприняты определенные вещи с украинской стороны. И мы это сделали. Там был такой эпизод, мы это сделали. Украинская сторона не прекратила боевые действия. А потом нам было сказано, что украинские официальные власти не могут контролировать все свои вооруженные формирования, потому что там якобы есть такие, которые не подчиняются центральным властям. Вот так нам было сказано. Здесь я ничего не прибавил, не убавил. Это первое. Второе, нас просили отвести с целью создания условий для окончательного заключения мирного соглашения войска от Киева. Мы сделали это и опять столкнулись с обманом. Все договоренности, достигнутые в Стамбуле, были выброшены в помойку. И так было неоднократно. Поэтому просто сейчас взять, объявить о прекращении огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем. Это первое. Второе. Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта. Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были бы приемлемы для Российской Федерации. Разрешите продолжение темы прекращения огня, Вадим Владимирович? Да, и поэтому предложение...